Детская смерть на пожаре. Трагедия произошла в селе Плодородное Михайловского района. Причина – неосторожное обращение с огнем. Дети играли в сарае, где хранилось сено. Подробности ЧП в нашем сюжете. Пожар в селе Плодородное произошел в воскресенье днем. Спасатели вызвали, когда увидели, как из сарая, где хранится сено, идет густой дым. Огнем охватило около 1,5 тонн сухой травы на площади 40 квадратных метров. Сам пожар большой сложности не представлял в тушении. Но на месте пожара пострадал один ребенок 4 лет и второй ребенок 4 лет погиб. Травмированный мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возможная причина трагедии у сотрудников службы МЧС только одна – неосторожное обращение с огнем. Вероятнее всего, причиной пожара стала детская шалость с огнем непосредственно в сеннике в этом. Естественно, все это очень легко и быстро вспыхнуло, и, видимо, просто дети не успели вовремя оттуда сориентироваться, выскочить. К счастью, без жертв обошлось во время другого пожара, который произошел сегодня утром в областном центре. Горела часть частного дома по улице Гоголя, недалеко от рынка Анголенко. По словам спасателей, главная сложность тушения состояла в том, что все окна были закрыты металлическими пластинами, и добраться до места возгорания было непросто. Потребовалось определенное время для того, чтобы вскрыть дверь, проникнуть внутрь. Как оказалось, часть дома была переоборудована под склад, в котором хранился чай, в частности. Очаг пожара находился в дальнем углу помещения, поэтому пробраться к нему тоже было нелегко. Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. При тушении этого пожара было задействовано 4 единицы техники. В ликвидации возгорания принимали участие 30 спасателей.